Задать вопросы власти и получить ответ каждый понедельник на ТВК руководители районных администраций Красноярска реагируют на предложения и замечания горожан. Всю прошлую неделю мы собирали острые вопросы жителей Свердловского района. И больше половины предложений касались внутридворовых территорий. И накануне главный чиновник района Игорь Тетенков на них ответил. В этом году запланирован ремонт 5 дворов по Тимошенкова, 5 по Красноярскому рабочему, 4 на Побежимова и еще несколько по Свердловской, судостроительной, кольцевой и парашютные. Ответил глава и по поводу обещанного бассейна на переулке Афонтовский. Его начнут возводить в начале следующего года. Пока выделено 25 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. Мы знаем, что сегодня